Всем здрасте, все хорошо в Мовави, но большие форматы, большие, точнее файлы, оно почему-то делает большие форматы, и это 4 раза на разные флешки, дважды на внешний диск, оно мне говорило, нету, блин, у тебя памяти, удали что-нибудь, а то я тут нахрен в 20 метров встала, 20 гигов, точнее, или напиши в эту службу поддержки, написала в службу поддержки, не знаю, что скажут, ну да не суть, в общем, в итоге я монтирую обзор, который еще днем снимала, еще утром, блин, снимала. Короче говоря, на компе. И ждать, наверное, этого придется, может быть, часа два, и ночью уже это буду укладывать. Если не утром, а вставать мне завтра в 7. Решила я обозреть то, что сейчас вот ходила в магазин бабла снять, мусор выкинуть и слегка поесть в деревне купить. В довесок к тому, что есть уже. И, в общем, зеркало у меня тут было. Решила записать, а то, думаю, свалю на 10 дней. Будут потом комменты капать, типа, куда пропало. Чтобы было вам что, как бы посмотреть, да? Помимо того, что еще загрузится, я надеюсь, оно смонтируется в ближайшие хотя бы действительно 2 часа. В общем, купила себе половинку черного. Углический хлеб еще мягенький. Привозят к нам... В общем, все у меня вышло на 114 рублей. Привозят нам, короче, после 4 в один магазин тут. И они режут половинки. Снова было мое любимое пироженка. В этот раз это у нас... Не знаю, там были и панды, и тигрики, и лисички, кого только не было, и овечки. В общем, оно как бы печененка, суфле, и тут в этот раз оно еще кокосиком посыпано, и тут вот, вот такой мишка. Кума. Так как его. Вот так, кума, короче. И чем-то он таким посыпан, ну, глазурь, не глазурь, Горбушкин вроде говорил, мастика какая-то, если я правильно запомнила. Еще купила 2 каких-то пироженка, они такие увесистые. Короче, пироженки неведомые, обсыпанные орешками. И сейчас я чаю попью. А еще я купила себе 4 молочных сосиски. Ну, так уж это, чтобы были в деревне сосиски. Во-первых, там как бы родня скажет, типа, вот, купила бы сосисок, а я не купила. А тут раз и купила. В общем, 4 сосиски. Я думаю, так это сойдет, этих 4 сосисок. Вот это все. Вообще как бы все. Весь такой, блин, обзор. Ну, может, надо было бы, конечно, еще что-нибудь сказать. Ну, мигрень у меня дикая вообще. Как бы... А, еще меня что-то тут сегодня в Инстаграм скинуло очередную фотку еды, мне скинули в личку, типа, ой, такая, сначала камень, типа, а, дайте рецепт, а потом скинули в личку, в общем, зарегилась я на каком-то поваренке, ну, типа поваренка, не помню, что там вообще написано, у них приложение есть для ведроидов, и написала впервые в жизни свой первый рецепт, вообще, рецепты в жизни не писала, ну, одно дело там снимать на камеру, что-то говорить, другое дело, да, вот меня там просили, я постараюсь, когда приеду уже, ну, после того, как приеду уже заснять как-нибудь этот, если интернет будет позволять, потому что как-то, когда я пыталась там на камеру постримить с ноутом, на эту камеру с тем ноутом, у меня что-то интернет лажал. Опять сейчас я зевну, но сейчас хотя бы понятно, что время вроде как детское, на горшок и в люльку. Еще не поверите, я когда-то иногда фоном в детстве, или когда их вообще снимали, может и не в детстве, короче, когда-то я пыталась смотреть... как их там, Винкс, ну эти, офигенно длинные ноги, странные пропорции головы и крылышки эти, типа ведьмочки, волшебницы или кто они там. И мне еще помню, один человек затирал, что вот японцы, у них столько комплексов, они, значит, в своих аниме это все выставляют, типа длинные ноги и тому подобное. Я думаю, а у итальянцев, я вчера потому что узнала, что Винкс, оказывается, это итальянский мультик, итальянцев какие комплексы, у них там настолько странная пропорция тела, особенно, ну, бабы-то еще как-то можно привыкнуть, а рисовка этих мужиков, ну, в сравнении с традиционным аниме, или не совсем традиционным, я вчера начала смотреть эти 5 сантиметров в секунду, потому что у Вики ассоциация меня с этим мультиком, но Никитос говорил, что там на полчаса, а мультик оказался на час. Короче говоря, я засунула его в закладки, потом как-нибудь смотрю. Может, надо было его скачать тоже в торренте и глянуть в деревне. Но я внезапно скачала 4 сезона в торренте на 40 гигов. Ну, скинут, наверное, только один этого Винкса, Викса, блин, забыла. Короче, клуб Винкс. Крылышки это или что-то такое, да? Клуб крылатых феечек.
И вот не поверите, я уже на 7-й серии за 20 дня. Ну, я фоном их смотрю, там благо они по 20 минут. Там такой еще квадратик. И в общем, вот такой болтливый видос. Не знаю, там на сколько минут, на 5, наверное, или, ну, может, чуть больше. Всем вам, значит, а кто начинает учебный год, тем хорошего начала учебного года, кто его не начинает, ну, просто с наступлением вас осени. Правда, до нее еще там несколько дней, ну, официальной осени. А так это сейчас, у нас сегодня опять жарище было, 31 градус теньке. И цапля чахла, цапля сохла, цапля хлопнула ластами почти. Всем спасибо, кто осилил до этой ноты. Всем пока.